Hey guys, с вами Лиза Найс, вы на моем канале, и почему я вообще записываю это видео? Потому что мне пришла офигенная идея для пранка. И да, я решила вернуться к пранкам, потому что вы их просто обожаете. И знаете, что я хочу сказать? Когда на этом видео наберется 10 тысяч лайков, я выпускаю следующее видео. А еще давайте так, самый залайканный комментарий по поводу идеи пранка я снимаю. Короче, я долго думала, что и над кем, в принципе, какой пранк снять, и я кое-что придумала. Мы на самом деле не планируем на Кипре долго оставаться и, скорее всего, планируем переезжать. Я решила пранкануть Колю и Леона. Коля мой двоюродный брат, Леон, вы знаете, это мой парень, что в следующую страну, куда мы переедем с родителями, с Игорем и Сашей, это мои два младших брата, мы едем без них. То есть просто переезжаем и все. И мне очень сильно нужна для этого пранка мама, и я не знаю, согласится она или нет, но, как по мне, идея просто офигенная. Короче, главное договориться с мамой, а дальше, я думаю, уже все просто. Посмотрим на их реакцию. Я знаю, это немножечко жестко, хотя все пранки такие на самом деле. Короче, погнали, сейчас договоримся с мамой, и все будет супер. Мам, this is the camera. Чем? Я тебе предложение. Я не хочу, чтобы я сниму. Мам, ну пожалуйста. Скажи. Короче, есть идея сделать пранк. Поможешь? Над кем? Над Леоном и Колей. Ну хоть не над тобой. Вот спасибо. Ну тогда помогу. Не, реально, давай так. Я над тобой сделаю пранки, пока ты мне помогаешь. Давай. Давай. Короче, я придумала пранк, типа, я подойду, типа, к Леону и Коле, или мы с тобой вдвоем подойдем, вообще лучше, чтобы ты подошла, и, короче, сказать, что, типа, мы там переезжаем в другую страну, но без них. Вообще, я не буду такое говорить. Пожалуйста. Нет, я такой... Ну, пожалуйста. Лиза, ты что, блин, это так жестоко, ты что, Лиза? Да, блин, это не жестоко, это смешно. Лиз, смотри, но с твоей стороны это смешно, а если это я буду говорить, это очень жестоко, это очень жестоко. Тем более, ну ладно, там Леон такой, ну он самостоятельный, а Коля мой племянник, я взяла поручение, я взяла на себя обязательства. Так это же не по правде, это пранк, это на полчаса максимум, дальше можно им сказать, что типа это пранк. Лиз, это так жестоко, доча. Мам, это... Ну мы же не будем говорить, ну это же неправда будет. Лиз, у тебя тормозов вообще нет, серьезно. Ну так смотри, мы просто подойдем и скажем, Лиз, это смотри, просто слова. Смотри, я могу помолчать, покивать головой, но говорить я такое не буду. Вот, как хочешь, ничего не буду говорить. Ты что, это ужасно просто. Если бы мне сказали, что все уезжают, а меня оставляют здесь, мне бы травма бы до конца жизни была. Я могу посидеть, помолчать, покивать головой. Давай тогда я скажу, что типа ты попросила передать. Видела. Ладно, тогда я скажу, просто подойду, скажу, мы там приняли решение. Я могу посидеть и покивать головой. Хорошо, давай тогда так, смотри, давай так. Ты, блин, козючка такая. Не, подожди, давай тогда так, я захожу, говорю ла-ла-ла, и все. И я уверена, что они пойдут спрашивать у тебя, потому что мне они не верят. У нас шутки бывают, им до такого доходят. И, скорее всего, пойдут спросить у тебя, и ты скажешь, типа, можешь там сделать лицо, типа, такое, типа, я... Вот это максимум, и... что я могу сделать, да. Так вот лицо, там, вот что-то вот так вот кивнуть, вот так вот все. Не-не-не, сказать, типа, извините, но да, к сожалению, это я правда. Могу сказать, такое, вот что... максимум, что я могу сказать, это извините, но вот, то есть я не буду говорить, что все, оставайтесь, делайте, что хотите, мы вас бросаем. Не, хорошо. Это говори, вот смотри, бери на себя ответственность, а то ты опять такая, я придумала пранк, мам, иди пойди скажи. Ты, блин, коза дереза, вообще не стыдно так. Мало того, что придумала такое, блин, хамство такое придумала, такое, блин, у меня аж слов прям не хватает. Так еще меня выдавливаешь, пойди скажи. Ну я скажу, я посмотрю, скажу. А ты поддержишь, а ты, я камеру поддержу, а ты пойдешь ему скажешь, что... Мы уезжаем. Коза, ты поняла? Ладно, окей, тогда я пойду скажу, ты подыграешь. Я тебе сказала. Ну, я подыграю, вот столичком. Да. Тогда но мне надо... смотри, если вдруг что-то не пойдет, пойдет не по плану, я скажу, что это твои выдумки все. Скажу, что мы тебя оставляем. Короче, с мамой еле как мы договорились. Мне кажется, уломать маму намного сложнее, чем сделать пранк. Поэтому
Самое сложное мы сделали. Осталось пранкануть. Тогда мне сейчас надо как-то поставить камеру. Слушай, а ты можешь сейчас позвать их, чтобы они прибрали со стола? А я пока пойду камеру поставлю. А что, ни о чем не прибрали? Не, ну прибрали. Где прибрали? Ну нормально. Нормально? Мам, можешь, пожалуйста, сказать? Мам. Пожалуйста. Оля, Леон, Лиз, подойдите, пожалуйста, сюда. Пожалуйста, сейчас. Будь здоров. Спасибо. Пожалуйста. Будь здоров. Вы покушали? Я говорю. Мама что-то им гонит. Надо свет просто нормально сделать. Тут у нас срач, извините. Я не испугался. О, моя Лиза, привет. Ты слишком маленькая, чтобы быть таких взрослых людей. Боже, голова. Да. Ребят, надо поговорить кое о чем. Надо поговорить кое о чем. Кто украл мои трусы? Кто? Во-первых, закрываем дверки шкафчика. Кто съел мой круассан, как всегда? Во-вторых, вешаем вещи на вешалку. Она мокрая. Боже, Лиз. Мокрая. Так мама говорила. Сколько мама раз говорила, что нельзя вешать на... Дети. Боже, а куда мне повесить? Оно мокрое. Ну так надо повесить. Так тут полотенце мокрое. Ну так а тут еще есть место для... Боже. Ну боже. Уже давай говори, что хотела. На такое, как с вами поговорить, для меня это было тяжело. Ты заметил, какая Лиза маленькая на фоне этого шкафа? Все, ладно, говори. Боже. Это касается вас в первую очередь. О боже. Ну пожалуйста. Это касается только меня или только тебя? Вас. Какой синдром Дауна? А можно я еще посуды помою? Короче, мне было доходит. Что-то я переел, ребяточки. Кого? Ты больной? Ладно, шутки шутками. Я маршрутка. Я маршрутка. Бам-бам-бам. Стоял. Короче. Можно я буду разговаривать в шкафу? Ну, пожалуйста. Боже, Лизка. Я не знаю, как вам сказать, можешь сесть, пожалуйста. Короче, я не знаю даже, как на это реагировать, ты но можешь сказать? Родители попросили кое-что передать. Вы дебилы. Хорошо. Все. Что мы еще? А еще вы черты два. И мыши тупо. Ну. Мышь. Мышь? Я так, так и знал, так и знал. Уже говори бешку, давай. На самом деле я птица. Я чувствую себя рыбой. Ну послушай. Ну, голубь, как... голубь засранец. Мы же переезжаем в новую страну. Да ладно. Но мама попросила вам передать, что... Что? Мы, скорее всего, в пятером переезжаем. Тянем Рёва? И Сашу. Подожди, ты в пятером. Сашу Игоря не берём? Вас. Ну, мама сказала, что, типа, мы семья, типа, мама, папа
дочка-сын-сын. Что? Дочка-сын-сын? Сан Саныч. Чего такие рады? Да потому что наконец-то без вас. Подожди. Нет, ты шутишь? Мы именно переезжаем. Куда? Ну, в следующую страну. А мы где будем? Не, подожди, у меня сейчас у меня исторический смех, он типа. Мама попросила передать, я не знаю, что я говорю. Что мы будем делать? Мы учили здесь постоянно. У нас этот дом арендован еще на этот месяц, а дальше мы уезжаем. Мы целый месяц будем чили, получается. А Вовка бы это придумали. Нет, мы за месяц уезжаем, переезжаем. А мы? А вы не знаю. Вы что хотите? Подожди. Ну почему? Я не знаю. Почему Оля едет? Я не знаю. А что ты ничего не знаешь? Что ты знаешь? А что ты ничего не знаешь? А голову ты дома не забыл. Подожди, а что ты сказала маме, когда узнала? Я офигела, я попыталась ее отговорить от этого, чтобы мы вместе дальше всем ром. А что так? Я не знаю. Я думала, мама вам это скажет, мне типа ей стало страшно, поэтому она попросила меня сказать. К нам еще месяц тут жить, можно было уже в последний момент уехать. Ну? Мы все равно спим долго. Мы бы пошли ходить 20 тысяч шагов в этот момент. Почему так? И в путь. Нормально, нормально. И ключик бы украли у нас, чтобы мы на улице остались. Просто ходили бы месяц. Бомжевали бы возле Макдональдса. А нам тут оставаться или мы с вами едем? Мама сказала, что типа... Ну вот мы едем, а вы как хотите. Можете поехать с нами, но типа мы арендовали уже жилье на пятерых. Так и шо? Ну не едьте вы, мы поедем. Давайте мы в пятером, ну, в жилье поедем вдвоем с Леоном, а вы в пятером тут. А с нами не будет разговора никакого? А когда мы уезжаем? В конце где-то месяца. Мы уезжаем с Леоном, а вы нет. Давай я пойду спрошу маму. Делай что хочешь. Тьфу. Подожди, она гонит или нет? Да конечно гонит, шутка. Шутка. Ну подожди, если она не гонит? Если она не гонит, мы будем так висеть здесь вообще люто. Ты понимаешь, что нас не будет дома? Чё? Дома арендован до конца этого месяца. Будем тут. Да пофиг, на улице будем висеть просто. По-лютому, по-жесткому. Без остановки. На качели повисим. Чего, Лиза, что с нами не останется? 29 апреля. А что ты с нами не останешься? Ну, я типа, мне 18 лет, я с родителями приеду. Когда мы с тобой должны были ездить по городам каждый месяц, по странам. Нет, денег нет. Может, и вдвоем остаток что-то придумать. То есть ты нас бросаешь, когда у тебя закончились деньги, и у нас тоже? Ну, а что мне делать? Я смогу работать? Я не смогу работать, я буду арбузы для вас... что? Нет, я буду для вас еще больше. Боже мой. Я могу поговорить с мамой. Уже делай, что хочешь. Все, вы закрой комнату с другой стороны. Это моя комната. Значит, давай мы выйдем, ты закроешься с этой стороны. Если серьезно. Подожди, ну ты гонишь. У родителей давайте спросим, реально. Давай спросим. Если ты волнуешься... Полетели. Сейчас тебе скажу, что ты идешь вообще... Вообще все уезжают, кроме меня. Спрашивать будешь ты? Да, не вопрос. Я не понял. Это розыгрыш? Нам Лиза сказала, что вы уезжаете через... без нас. Куда?
больнице. Опять пришел? Скажи да. А кто пришел? А кто пришел? Вот. Победа. Привет. Я не знаю, что вам говорила Лиза, что вам, насколько вам много всего известно. Что ей? Ну я же сказала ей что. Что? Что мы оба так из них. Они не могут. Ну, смотрите, ребят, получается, действительно, мы выехали вместе с военных действий, мы выехали. Дальше как бы нужно понять вашу цель, чем вы собираетесь. Ну, мы сделали на данный момент максимум всего, чего могли. Вот, и нужно двигаться дальше. Нужно понимать, кто, чем, где собирается заниматься и... А какие вообще, и какие вообще планы? Я могу остаться с Колей и Юлей? Пожалуйста. Конечно, можешь. Вы взрослые люди. Вы вообще и собирались с Леоном вместе уезжать? Ну, она мне сказала, что у нее нет денег, она с вами поедет. Ну, сказала, если что... деньги есть у тебя, она может с тобой остаться. Ну, смотри. Коля, допустим, у Коли тоже нет денег. Родители оставляли сумму денег на то, чтобы Коля мог спокойно здесь находиться и все. У тебя тоже какую-то сумму, если ты примешь решение. Вы все взрослые люди, понимаете? Вы в один момент говорите, что вот то, что вы нам предлагаете, нам не нравится. Притом вы втроем, вот вместе, вас много, и вы вот топите за одно. Нам это не нравится, все, мы так не хотим. Мы не хотим рано вставать, мы не хотим рано ложиться, мы не хотим... учиться, мы не хотим читать, мы не хотим спортом заниматься. А мы тоже взрослые люди. У нас есть определенные порядки, по которым мы живем. Благодаря чему вот нашим порядкам у нас есть какие-то достижения свои. Вот, то есть вы как взрослые, вы имеете право жить так, как вам нравится. Пользоваться своими принципами, там, строить жизнь так, как вы хотите. Без нашего напряга, чтобы это не было вот таким же опять... повторным упором, что а мы сюда и не хотели, у нас не было выбора, чтобы вы могли строить сами жизнь свою. Но, опять же, если у вас цели такие, как у нас, мы едем все вместе. Но тут тоже, понимаете, такой вот вариант вот, по поводу жилья. Вот такое большое жилье нам обходится дороже, чем два таких же маленьких. Поэтому машину в одну мы все не помещаем, просто элементарно, мы не помещаемся все в одну машину. Блин, это... Так обидно то, что вот мы не можем там поехать все вместе. Или вы остаетесь, или малые остаются. Тогда я стою с вами. Мы тебя не берем. Все, когда вы... Что ты выберешься? Ты меня не берешь. Люди нужны только деньги, Лёва. А ты там... Всем нужны деньги. Всем нужны. Не слышала ни одного человека, который бы сказал, мне деньги не нужны. Мне деньги не нужны. Да, но интересно. Но если мы тут остаем, то будет тяжело. Вы должны понять, где вы остаетесь, что вам смотри, надо. Смотри. Мы здесь не можем оставаться, потому что здесь очень жарко. Все, я придумала. Мы остаемся втроем. Где? И, так, мам, подожди, мы втроем где можем мы путешествовать. Даже сейчас... если шиши. Полететь куда-то на заработки. Так вы будете здесь, зачем куда-то лететь? Вот в чем вопрос. Но сейчас мне же не жалко. Чтобы куда-то полететь, нужно пойти сейчас работать. Чтобы потом полететь куда-то, где не жалко. Короче, мы с вами можем реально тогда позарабатывать здесь. У тебя на работу нет. Возьмут на Кипре с 13 лет. При разрешении родителей, пожалуйста. Со скольки? С 13 лет. Иди работай. Не с 12. Ну, не ладно. С 12. Твоя работа – учеба. У тебя тоже есть работа – учеба, но ты ее не занимаешься. В школу мне надо только... Смотри, если мы втроем... Тебе надо только открыть ноутбук. Почему? Нет. Если мы втроем остаемся, я школу забрасываю, потому что зачем Лиза, мне поймите, работать, чтобы оплатить школу? Поймите, пожалуйста. Вы взрослые люди,
И мы уже достигли тоже такого возраста, что мы принимаем любое ваше решение. Нет, просто... И наше решение, прежде всего, основывается на ваших решениях. Если мы видим, что вы никуда не двигаетесь, не выполняете элементарные обязанности, как учиться в школе, то мы не будем вылазить, типа, перепрыгивать через себя, чтобы тянуть дальше. Мне надо будет работать, чтобы обеспечить свою школу. Объясняю тебе более доступно. Ты настолько взрослая, что можешь сама принимать решение, что тебе делать. Нахер мне эта школа, я пойду работать. Я в свое время точно так же бросила высшее образование. Я его бросила, потому что мне нужны были просто деньги на проживание. Я зарабатывала вот так, но я бросила, институт бросила, перевелась в академию, и академию я просто не потянула. Я ее бросила, мне было за что оплачивать еду и проживание. И через 2 года я осознала свою ошибку и пошла опять учиться. Не закончишь школу, тебе вообще везде дороги обрезаны. Блогинг, по-моему, мне уже кажется, что видно, что как-то, ну, немножечко он закончился. Дальше что? Вот к этому вас, понимаете, это вам пытаемся объяснить. Вы едете какого ориентировочного? 30-го, 5-го, 6-го? Ну. Ну смотрите, до конца апреля, до 30 апреля у нас здесь оплачено уже было. У нас есть время подумать, решить, что это. Угу. Ты подумай, стоит ли тебе слово. Ну, бросать вот. Ну, так. Ты будешь стирать, да? Пошли. Боже, бросать. Я уже только деньги, только деньги. Дали деньги, бумаги. Я тебе про учебу рассказывала. Ты сказала, что ты можешь сказать, что типа, извините, к сожалению, ты так, во-первых, я рассказывала только тебе про учебу, что ты ничего не делаешь. И ничего я не сказала, что ты уезжаешь, и все. Я ни разу не сказала, что да, мы уезжаем без вас. Я говорю, подумайте, что вы пытаетесь сделать. Я даже сказала, хотите, если вам туда надо, поехали. А ты подожди, иди говори, что это правда. Иди, потому что, блин, получается, нет, смотри, очень красиво, получается так. Ты придумала фигню какую-то, правильно придумала. Я вспылила опять по поводу твоей школы. Я говорила кучу херни всякой, а теперь, получается, я и виновата. Я сейчас пойду и скажу, что это правда. Иди и говори, что это правда. Все, я иду. Блин, ребят, я не знаю, возможно, я очень некрасиво поступаю, что не говорю им, что это пранк, но я думаю, как настанет момент, вот, я им скажу. То есть, если дойдет до того, что, не знаю, они прям очень сильно обижутся и не будут со мной общаться, то окей, я им расскажу, что это пранк, все дела, ну а пока что, честно, я не вижу в этом смысла. Они также себе чилят, просто еще думают, куда дальше переезжать. Главное, чтобы они никуда деньги не заплатили за какую-то аренду жилья или перелета. Вот, это самое главное. Ну, я буду за этим следить. Короче, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях идею для пранка, и самую залайканную я сниму. Короче, спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!